Уважаемая компания МТС, меня зовут Корнилова Наталья, я волонтер. Я нахожусь на Авило-Успенском посту Ростовской области. Через наш пост заходят беженцы со стороны Украины, ДНР, ЛНР. При пересечении границы эти люди попадают в лагерь МЧС. Это несколько палаток, в которых мы их кормим, поим чаем, пытаемся переодеть, если необходимо. И ваши сотрудники выдают сим-карты от МТС. У нас к вам очень большая просьба. Вероятно, возникло какое-то недоразумение или сбой системы. Дело в том, что когда люди получают вашу сим-карту, они не могут ее активировать, потому что нужно положить 200 рублей. Вы же понимаете, что это люди, у которых иногда нет даже телефона, не говоря о том, что 200 рублей и вообще у них в стране гривна. У нас к вам огромная просьба. Пожалуйста, помогите нам и помогите этим людям. Дайте им какой-то период бесплатного доступа для активации этой сим-карты. Потому что вчера клали наши девочки деньги, по 200 рублей бегали. Иногда они меняют гривны и активируют сим-карту. Но на самом деле это очень неудобно. И иногда нету просто этих денег. У меня к вам очень большая просьба принять меры и помочь нам. Если нужна какая-то еще у нас обратная связь или обращение еще от кого-то, пожалуйста, дайте нам знать. Спасибо.